В мероприятиях задействованы инспекторы ГИБДД, сотрудники администрации города, а также государственного автодорожного надзора. В случае выявления нарушений правил перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов, нарушитель привлекается к административной ответственности, а транспорт задерживается до момента устранения нарушения. Задержание осуществляется с помощью блокирующих устройств, которые предоставлены администрации города. В случаях, если автомобиль принадлежит юридическому лицу, то к ответственности будет привлечена и организация владелец и должностное лицо. В итоге с начала года в отношении юридических лиц было составлено 14 протоколов, 5 в отношении должностных лиц и 302 в отношении физических лиц. За такое правонарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, для физических лиц до 2500 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.